Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а мы продолжаем с вами Звездные войны, Галактика Героев. Великая арена у нас заключительный этап, первый раунд. Противник у нас Лицент Кендет. Не знаю, кто таков, но у него есть рлюк. Единственное, что я заметил, я заходил еще днем, смотрел. Да, никаких сподвижек, в общем-то, не произошло. У нас не закрыл, потому что он, походу, дефер. Просто-напросто. На Падму он потратил 2 попытки, на Гривуса 3 попытки. Здесь 4 попытки на ПП, 2 попытки на Дуку с сестрами. И наверху, наверное, даже не пробовал. Вверх он даже не пробовал. Понятно. Ладно, хотя довольно странно, что дефер и пошел таким путем. Мне кажется, ему следовало было закрыть верх и низ. А на остатке уже пробовать еще что-то там, может флот. Ну, короче, не знаю, не мне его судить. У него своя стратегия, у него своя тактика. Есть Рлюк, Гэс и Отшельник. Здесь вообще без вариантов, потому что у меня в принципе нет вариантов. Сюда я иду легендой Палпатина. Да, в одно рыло, потому что Рлюка я боюсь только в том случае, когда он критует. Соответственно, если я накидываю связь, а я связь, естественно, накидываю, то Рлюк мне не страшен. Поэтому я сейчас первым делом заберу товарища Рлюка и одержу победу, по крайней мере, в этой битве уж точно. Ага. Почему я так уверенно пошел исключительно легендой сюда? Потому что никем другим я эту пачку не заберу, скорее всего. Возможно, там где-то древен с каким-то бешеным натягом, но не буду рисковать. Лучше наверняка. Так, здесь глаз, это понятно. Ну, а если так... Не страшно, они мне уже ульту практически набили. Хотя я могу и без ульту... Да, я без ульты могу здесь справиться. Хотя бы защиту сможем себе восстанавливать. Блин, а я, наверное, не успею, да? Ай, один ход. Нет, успею. А нет, не полностью. Не полностью. Ладно, один стяг все-таки потерял. Можно было тогда переходить в ульту и просто ультануть по красоте. Дальше, Среван Древан. Вот Сревана я, честно говоря, понятия не имею, кем забирать, если только своим Среваном, но у меня Среван мой слабее. Так, здесь в атаку одет, скорости 273, а у меня в скорость, но у меня при этом скорости, по-моему, меньше в любом случае. 300, нет, у меня больше, слушай, у меня больше. Ага, так, а что по Древану по скоростям? Ну, здесь скоростей не будет, здесь 279, а вот по басе, возможно, в скорость натянуто. Натянул в скорость 289, но у меня всяко-разно получше. Модули я, конечно же, поснимал, но это великая арена, здесь модули просто так не спадают. То есть зарегистрировался-то я с модулями, модули у меня все так же остались на ГЭСе. Продолжаю его бомбить. Так, сюда древо на та-та-та-та, поехали. Ага, определенно здесь, определенно так, будем надеяться хорошечно, сюда давай немножко, и, блин, я не уверен, что пройдет запрет, но давай попробуем, нет. Угу, красиво. Хорошо, это что, я один стяг только потерял? Дальше, с Реваном. Не знаю пока кем, особо не буду думать. Буду идти пока тем, кого я знаю, куда идти. Вот Падмы пак я, например, могу забрать в одно рыло исключительно Малаком. Просто завалиться и забрать Малаком себе Падмы пак. С Реван... Нет, Малак... Сревана, по-моему, не осилит. Ну, тогда я Падму никем не забираю. Не, подожди, сюда я в любом случае пущу Малака. Как бы то ни было. Сревана вообще есть мысль так-то за 2 хода забрать. Жуки у меня не справятся, потому что там Среван реликтовый. Так, подожди, а почему я бью... ГК. Ну, хотя да, его, наверное, лучше всего изначально забрать, чтобы он потом не мешался. Плюс он должен быть самый жирный, поэтому по нему отсосы должны лучше всего проходить.
тут просто базовый. Блин, опять страх ушел. Петюлечка бонусной защиты его спасла. Но это ненадолго. А что-то у меня здоровье-то все меньше и меньше, да? Блин. Так, ты перестань это мне делать. Хорошо. Теперь давай сюда. А на Падме мы будем отхиливаться. Падла со своим каблуком. На. Ага. И добивочка. Просто леща на 52к. На 52к. Здесь, опять же, таки не знаю. Фактически, я вот сейчас, если закрываю с Ревана, то уже, наверное, победю. Или побежу, не знаю. Можно попробовать, конечно, завалиться сюда. Своим с Реваном. Метку, например, заслать в Басю. Опять же, там сработает спасатель. Там еще есть Джоли. То есть это не очень-то хорошо. Вейдер не имеет смысла. Хотя Вейден Траун. Можно вообще по факту Триумвират попробовать сюда дать. Но метка полетит в няху. Вот это вот я тебе прям 100% говорю. Метка полетит в няху. Но опять же, здесь нет провокатора. Видишь, в чем прикол? Здесь нет танка абсолютно. Можно попробовать. Если что, то добивочку кем-нибудь. Вообще неохота, конечно, никого терять. Но что поделать? В бабку полетело. Это, кстати, довольно-таки странно, что полетело в бабку. Просто метка с Ревана накидывает дофига отрицательных эффектов. Вот. И это нам дает много бонусной защиты. Поэтому бить в бабку первым делом меткой... Ну, не знаю. Не, конечно, может, это имеет смысл. Бляха, вот здесь опасно. Да. Подожди, а почему я начал с Джоли? Джоли-то, скорее всего, еще и самый жирный, я не посмотрел. Джоли-то самый жиробасный. Надо было с Баси начинать. Блин. Моего няху уделают. Да, кабзда не хилусу. Вообще я не могу понять, у них от призывов-то вообще никак. Ничего, что у меня как бы Трея лидер была. Я, конечно, в курсе, что у них за призывы еще идет восстановление, но не до такой же степени-то. Что за негатив? Тут еще два стана, плюс запреты. На... Вообще, я рассчитывал, что если уж мы проиграем Триумвиратом, то я хотя бы заберу кого-нибудь. Успею ультануть няхой, но, к сожалению, видимо, нет. Не успею, это плохо.
Да. Блин, и кем тогда добивать? Своим с Реваном заходить. Так они сейчас разогнаны. Опять же и побитые, не то что не только разогнанные, но еще и побитые. Ну давай попробуем. Метки не должно быть, кстати, у Сревана, потому что он как раз в конце ее спустил. Ай-яй-яй. Так, у меня спасатель сработал, а у него еще нет. Не, давай с Реваном бить. Потому что с Реван все-таки в реликвиях. Почему я по привычке делаю в Йоду упор? Ну вот, здесь тоже спасатель прошелся. Теперь Джоли надо каким-то хреном пытаться выбить. Ну он толстый пипец. Ага. Решил на папку попереть, да? Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Тихо, 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 тихо. Вот этого вот сейчас не надо. Да ты только метку бросал, ну завязывай, хорош, серьезно. У него что, метка бесконечная, что ли? Что за хрень? Какого ляда? Блин, я не заберу его. Так а кем я сейчас, вот если с Реваном не забираю, кем мне сюда заваливаться? Палпатосом с Империей? Твою мать. Все. Все, серьезно, это все. Ну, жуков отправлять сюда явно нет. Палпатин, Траун, Вейдер. Кого метка прилетит? Кого прилетит метка? Танк мне здесь не поможет, потому что там сраный Среван. Ашка. Ну, Ашка силен, конечно. Тем более против джедаев. Но вытащит ли он тут? Я хер знает. Слушай, у меня после вот этого стримчанского, а я это видео пишу сразу после стрима, вообще котелок не варит. Бляха, еще и в Трауна, ну вы серьезно. Они его сейчас просто в капусту размотают. Гениально. Все, пизда рулям.
как мне это пройти, серьезно, как? Гребаный Среван Пак. Просто сраный Среван Пак. Как мне его пройти-то? Если я его не пройду, то я ж могу и проиграть ведь. Здесь сестры. Здесь сестры. Кинуть его сюда одного ведроида. Твою ж там мать! Я совсем забыл, что они ж возвращаются к жизни, сраные вы сестры. Так, ладно. Ладно, шоколадно. Это мне чем закрывать? Дуку Асаш Вампа. Дуку Асаш Вампа. А мне закрывать-то уже и нечем просто-напросто. Жуков пускать? Я хер знает, как здесь жуки сыграют. Вот прям серьезно, без вариантов. Вообще не представляю. Давай, наверное, по идее-то начнем с Асаш, чтобы она бафы не снимала. Ага. Мне Альфа нужен. Альфа, ты мне нужен. Альфа, ты сходи. Так, есть. Может, Дукича попробуют шизануть? Хорошо. Я Вампу на Великой Арене вообще никогда не встречаю. Я понятия не имею, что это за персонаж, насколько он страшен, что он умеет делать. Вообще, в принципе. Тем более, еще и в релике. Угу. Все, загнулся плюшевый. Не, ну это победа, да? Это победа. Но победа, конечно, херовая. Хотелось-то получше. Здесь чаво. Не, ну это дефер, конечно. Жуки, охота, нут. Я могу, конечно, здесь попробовать чего-нибудь забрать, либо каким-то чудом добивать Сревана. Но чем мне его добивать? Чем? Штурмами? Штурмы не справятся. Но они реально не справятся. Я, конечно, их пущу. Но мне кажется, они хрен что сделают. Да ну идешь ты нахер. Ну, конечно, сейчас еще... так, подожди. Да, но здесь метка, конечно, все сильно портит. Пиздец, это что-то нереальное. Как мне проходить с Реван Пак?
Чем мне его проходить? Так, а все, некем. Внизу я тоже особо ничего не закрою. Я думал хотя бы до флота пробиться. Хотя тут Погль, Санфак и Ват есть. Их еще можно забрать. По идее, почему бы и нет. Так, давай пока его еще помесим немножко. А потом шотнем в Погля. Ну, не вышло. Чутка не вышло. Ага. Допустим. Ах ты ж падла, ты ж сепаратистов воскрешаешь. Почему я всегда думаю, что его обилки распространяются только на дроидов? Угу. Ладно. Немножко увеличили отрыв. Нут, Б2, Магностраж. Альфу мне с жуками никем не забрать. Охотников тоже никем не забрать. Блин, надо было все-таки штурмами идти, наверное, на охотников. И здесь еще размешивать немножко, да? Есть Сидиус и Мол. Ну что такое Сидиус и Мол? Сидиус, Мол, Шизоид. Последних реликтовых пацанов туда скинуть на Сревана и забить Бабунца и надеяться, что он больше ничего не сделает. Но это немножко глупо. Это немножко глупо. Опять же, здесь заходить. Жуки могут удивить. Охотники. Нет. Здесь я вряд ли кого-то заберу. Здесь я вряд ли кого-то заберу. Сюда попробуют завалиться. Здесь нут, по идее, всю картину испортит. А по идее, если забрать быстренько B2, тогда надо было вместо Асоки брать Бена. Блин, что-то я протупил. Реально надо было Бена брать. Они мне тут, ну, грязи, конечно, натворит. Жесткой. Твою мать. О, еще и запрет на всех упал.
это хреново. Ну что, джедаи бились как могли. Да. Ну, в принципе, это было плюс-минус предсказуемо, но я надеялся, что где-то там в глубине души мы все-таки их уделаем. А кем мне можно попробовать добить? Добить-то некем. Ну, кстати, 501-е есть, но они такие себе. Двое. Подожди, а там клон уже. Клон, клон, клон. Коди. Но они не справятся, конечно. Бляха, тут охотник еще есть. Коди вообще хиленький. Наверное, первый отлетит. На немножко. Бляха, ну нут, конечно, подлюка еще та крыса. Ага, отлетел. Хорошо. А-ха-ха-ха-ха. Хорошо, ничего хорошего. Тет-тет нутого не уделать. Он будет просто скорость постоянно резать и при этом наносить урон. Здесь я ничего не сделаю. Ладно, хорошо, но я его добью. Я его добью, конечно. Какой-нибудь хернёй. Какой-нибудь хернёй. Даже не знаю, какой хернёй его добить. Ну, давай возьмем вот так. Просто почему бы и нет. Ага. На, я первый повесил. Тебе еще стан. А, у меня же сепаратистов нет. Длительный урон. На тебе еще. Вот еще длительный урон. И добивочка. Бляха, я ж забыл. Ты же нут. Твою мать. У тебя вообще есть мать, интересно, нет? Ну ладно. Ставим это на твоей совести. Так, есть. Допустим. 22 стяга. Видишь, как на стяге жестко играем. Ну и последнее, наверное, я не знаю, он меня уже бить не будет? Скорее всего, нет, потому что у него вся сила просто-напросто в защите стоит. Пойдем, хернем пострадаем и запустим все-таки вот этих пацанов. Так, та-та-та-та-та. Пусть будут, почему бы и нет. Проиграем так проиграем, мы, в принципе, ничего уже не теряем. Он как знает, куда метку бросать. Вот именно в того, в кого я бы не хотел, чтобы он бросал, он всегда кидает метку именно в этого. Ну, падла ведь, падла. И все в стане находятся, идеально. Что может быть лучше? Да, вот моя новая проблема. Мало того, что я Гривуса не могу пройти, так теперь я еще и с Ревана не могу пройти. Вот две пачки. Надо изучать вопрос. Пипец. Это жесть. Это жесть. Да, да. Конечно, счет говененький. Так на тоненького достаточно таки победили. Вот, но тем не менее. Хотя бы хоть какая-то победа. Но, блин, надо заново менять. Заново учиться играть против Сревана. Я совершенно не умею.
А как оказалось, давным-давно их на арене нет, нет практики, нет ничего, и все, и будьте здрасте. Ладно, на этом у нас все. Подписывайся, если интересно, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел, жду тебя в комментариях. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.